Не засек, сколько нас было. Скорее всего, так четверо и было. Поэтому продолжаю мысль свою. Итак, я пробежался по верхушкам и нашел, что мне подходит вот эта вот вторая диаграмма. Когда верхушка сошлась, еще и вторушка сошлась после отпускания кнопки, что стрела гаснет. Дальше что нам рекомендуют посмотреть? Красная лампочка вспомогательного управления при этом мигает или не мигает? Ну, вроде мы тут с вами никаких лампочек не видим мигающих. Поэтому будем считать, что вспомогательное управление никакое у нас не мигает. Так, не мигает. После отмены набора нажать поездную кнопку. Кнопки разных направлений. Давайте. Что там после отмены? Просим дежурного отменить набор. В принципе, там отменять нечего, потому что не задался маршрут. Другая поездная кнопка, просим. Задайте другой поездной маршрут. Дежурная пытается нажать другую кнопку попутного направления, но это получается светофор Ч4. При этом зеленая ячейка тоже не загорается. Зеленая полоса направления загорается и гаснет также при отпускании кнопки. Так. Ячейки не включаются. В всех случаях не включаются ячейки кнопок попутного. Отказ нажатия кнопок не проявляется. Но в нашем случае либо вот здесь, либо вот здесь получается во всех. В нашем случае дежурная пробовала только Ч4, что касается направления противоположного неизвестно. Что нам пророчат? Неисправно шина направления. В блоке НН или обвязка между блоками. Перейти на резервный блок НН предлагает. А здесь предлагает, что неисправно реле ОН или шина МГ. Ну, давайте попробуем на резервный блок перейти. Переход на резервный блок НН. Перешли. Просим дежурного. Снова задать маршрут по светофору Ч2. Опа. Ячейка загорелась. Нажатие начальной кнопки снова на резервном блоке НН. Ячейка полоса направления загораются и не гаснут при отпускании. То есть в нашем случае неисправен кто? Шина направления в блоке НН или обвязка между блоками? Шина направления блоки НН или обвязка между блоками. То есть нам нужно будет с вами, очевидно, заменить блок НН. Тот, с которой у нас обеспечивает... задавание маршрута. Так, схему я закрыл. Надо было ставить где-то открытый. То есть заменить вот этот блочок NN, который у нас с вами зажигает лампу, но потом почему-то реле, входящие в его состав, обесточиваются. Так, ну что, пошел менять блок NN. Выход из помещения ДСП, релейное помещение. Я тут что-то маленько не отмечал, что у нас происходило, да? Резерв блоки НН работает. Так, проверка исправности блоков путем замены. Такая операция. Какой блок хочу поменять? Блок НН. Нам говорят, что блок НН не виноват. Обращаем свое внимание на диаграмму, которая у нас с вами. Пользовались.
Обвязка между блоками. Неисправно шина направления блоки N или обвязка между блоками. Шина направления блоки N или обвязка между блоками. Здесь явно блок N. N или шина МГ. Посмотрим наши схемы. Так, что за реле ОН? Вот у нас есть такое реле ОН, которое, очевидно, сейчас должно стоять под током. Ну, давайте посмотрим на состояние реле ON, на его цепь. Так, где оно находится? Оно у нас находится на стативе свободного монтажа. Проверка. Визуальная проверка состояния реле. Так, на стативе свободного монтажа реле ON. Работа, данное реле включено. Все с ним нормально. С этим реле претензий к нему никаких нет. Я опять что ли закрыл? А. Так. Так, реле ON есть. И еще у нас здесь участвует такое реле. КПН. Вот, возможно, проблема какая-то с ним у нас здесь. С этим реле КПН. Поскольку в учебнике, когда студенты изучают БМРЦ, у них вот этого реле в принципе нигде не встречается, то у меня вот тоже при поиске отказа здесь, вот в этой части цепи, полная тоже заковыка. Так, что у нас должно, когда сработало реле направление, КПН должно стать поток, что ли? Так, КПН, покажись. Работа данного реле. Сейчас оно тоже находится под током. Но другое дело, что сейчас уже может считаться, что мы с вами на резервный блок перешли, вот РНН, который... И поэтому сейчас стоит под током. Поэтому давайте я все-таки проверю цепь реле КПН. Вот эту вот, что она у нас функционирует нормально. Дальше уж попробую что-то подумать. Одна из вечных моих проблем, вот когда отказ не связан с правильностью работы реле, те, которые изучаются у нас. Тут я резко сажусь в лужу, хотя, конечно, со студентами решаем. Доходим до этого места, тренажер. Один из первых. Так, где у нас проверка цепей включения реле вне блоков? Какого реле? Реле КПН. Цепь исправна. Да, господи. КПН под током. Цепь его исправна. Так, еще разок. О порядку действия реле. В нашем случае дежурный по станции нажимает начальную кнопку Ч2. В этом случае срабатывает реле
НКН, вот это вот реле, вот по этой цепи. Когда срабатывает реле НКН, оно подает питание в шину. НКшечка, покажись. Где тут контакт НКН какого-нибудь свободный? Ну, где-то вот по-любому из этого, какой конкретно из них, не знаю. По одному из этих выводов подается питание в шину В. Нет, ВН, ВЧ, отчетный маршрут. У нас с вами вот по этой цепи срабатывает реле отправления. Далее реле отправления у нас с вами включает полузеленую ячейку. Вот таким вот образом она загорелась. Так, загорелась. Здесь что происходит? Реле ОШКА сработало. Здесь контакты замкнулись. Что-то подали питание в шины направления. Здесь ОШКА сработало. В принципе, ничего вроде происходить не должно. Так, вот КПНК. Здесь оборвалась, здесь эти реле не работали, то есть должно действительно питаться. Реле отмены набора. У нас как питается? Вроде никаких контактов, которые могли бы разрывать, нету. Что за релемон, я не знаю. Вот эта цепь у нас точно исправна, потому что... А, не факт, что исправна. Вот эта часть мы только знаем, что сработала. А работает ли вот эта часть? Не факт. Это мы не знаем. То есть, грубо говоря, просто-напросто у нас с вами может отсутствовать полюс питания какой-то. Например, полюс П. ПКПН. Так, а при переходе на резервный у нас все нормально работает. Блок я менял, это не помогло. Так, шина ВН не при делах, по ней срабатывает нормально. На кого жизнь здесь грешить? КПН, ВН. КПН. Это чисто на КПН увязано. Больше никакие реле тут не работают. Реле ОН. Проверял я. Ну, здесь не написал, но вроде проверял ОН. Отмена набора. Так, еще одна мысль посетила меня. Я считал неисправным блок НН, а может быть у меня неисправен штепсель этого блока. Проверка исправности разъемов блока. Какого блока? Блока НН. К сожалению, не показали мне, какой блок реле НН у нас неисправен. На отказ я таки все-таки вышел. В данном случае скорее удалось напугать, что не так-то просто отказ в голове удержать.
уловить. В нашем случае отказы где-то вот именно, скорее всего, вот в этой цепи, то есть в 12-м контакте потеря контакта в штепселе была. Из-за этого у нас не появлялись питания в шинах, из-за этого не срабатывали реле начальные, господи, начальные, говорю, противоповторные. Из-за этого не фиксировалось. Кнопочное реле не переходило на самоблокировку. И, соответственно, не запоминал наше с вами нажатие кнопки электрическая централизация. Так, обрыв. Эпсиле НН. Ну, давайте что-нибудь еще. Надеюсь, я что-нибудь попроще. Будет у нас связанное с работой реле в блоке. Может быть, даже позволят нам напряжение с вами померить в поисках отказа. Отказ проявляется при нажатии начальной кнопки в поездном маршруте по светофору Ч4. Отказ при нажатии начальной кнопки Ч4. Ну что ж, давайте поднимемся к дежурному на второй или какой там у него этаж. Давайте попросим дежурного по станции нажать начальную кнопку. Дежурный нажимает кнопку. Что в итоге? В итоге на пульте вообще ничего не изменялось. При нажатии начальной кнопки в поездном маршруте зеленая ячейка и полоса направления не горят. Ячейка. Не горит. Так, господи, стрелка, стрела. Не горит. Пытаюсь найти, какую ситуацию у нас здесь. При нажатии начальной поездной кнопки не включается ни стрелка, ни зеленая ячейка у повторителя светофора. Наш случай. Просим дежурного нажать кнопку отмены набора и просим заново задать маршрут по светофору Ч4. Ничего не происходит, не включается. Попали вот сюда. При нажатии других начальных поездных кнопок попутного направления, стрелка направления и ячейки, как себя ведут. Просим дежурного нажать попутную кнопку. Другая поездная кнопка. Дежурный, нажмите другую поездную кнопку. При нажатии другой поездной кнопки попутного направления зеленая ячейка и полоса направления не горят. Ну, видимо, Ч2 теперь нажимали, то же самое, не горят. Так, другая кнопка тоже. Так, не включаются ячейки. Отказ имеет общий характер, но мы уже догадались, что общий. При нажатии маневровых кнопок ячейки и стрелка направления включаются или не включаются. Дежурный, а попробуйте задать маневровый маршрут по светофору Ч4. Дежурный нажимает, правда уже не Ч4, а Ч2. Маневровый задается. Так, маневровый задается. Так, отрицательный результат, тоже результат. Итак, в нашем случае маневровое включилось. Далее предлагают нам перейти на резервный блок ВРН и попробовать снова задать поездной маршрут. Переходим на резервный блок. Перешли. Так, что нам нужно? Снова задать по светофору Ч4. При нажатии начальной кнопки в поездном маршруте зеленая ячейка и полоса направления не горят. После того, как мы перешли на резервный, у нас все равно не включаются ячейки. Что нам предлагает в этом случае наша диаграмма? Неисправно реле К или цепь подачи питания в шину П. Дальше не видно. Возможно, все-таки это шина какая-то типа ПК. То есть не полностью здесь написана она. Так, неисправно реле К, кнопочное. Ну и само реле, наверное, не К, а
КН, потому что у светофора Ч2 тараляка, наверное, все-таки не бывает. Ну, давайте искать. Так, светофор Ч4. Покажись. Итак, вот он светофор. И этот блок этого светофора. Система МРЦ блочная. Для каждого объекта здесь свой блок. В нашем случае для светофора выходного Ч4 вот такой вот блок NPM стоит. Что должно было произойти? При нажатии на кнопку поездную должно было сработать реле НКН. Вот по этой цепи. Потом это реле НКН, как я уже до этого рассказывал, должно было подать через свои контакты. Ну, по памяти не помню, через какие. В какую-то из цепей. И по этой цепи питание должно было куда попасть? Ну, должно было попасть вот сюда, на шину ВЧ. Здесь от этой шины должно было сработать реле О и так далее. Значит, наша задача сейчас пытаться как-то это дело отследить. Как же у нас все-таки работают реле. По пульту мы этого здесь больше ничего не добьемся от него. Причем, обращаю ваше внимание, что у другого светофора такая же беда. То есть делают по этому светофору и тоже также проявляется отказ. Я думаю, что это просто-напросто у нас в чем проблема заключается. Это то, что у нас сами вот та шина, по которой, по общей, но она вот из этого блока, например, 16, вот из этого номера 16, потом они вместе в один узелок сливаются и идут себе на блок НН. Где-то есть обрыв вот этой шины ВЧ, из-за чего у нас не срабатывает реле направления, стрелка красно загорается. Что точно не может быть, это то, что у нас кнопочное реле отказало вот это НКН, потому что отказать сразу в двух блоках оно не может. Поэтому таким образом, вылавливая в голове, я определяю, что все-таки у меня неисправна шина ВЧ. Так, а что нам предложили в нашей диаграмме? Что-то я там не помню, что мне такое предложили. Вот она, диаграммка. Неисправно реле К или цепь подачи. Ну, возможно, это КПН там было. Или цепь подачи питания в шину какую-то. То есть решат снова на реле КПН, наверное. Отсутствие питания в шине П. Вот шина П. Вот такая есть тут цепь питания этого реле КПН. Ну, что горевать-то? Давайте все-таки искать, а не сидеть просто размышлять. Все-таки я привык к тому, что контролирую, как ведет себя электрическая централизация. Давайте посмотрим на блок НН, посмотрим, как он себя ведет. Если в блоке НН реле О срабатывает, значит цепь ВЧ... Цепь ВЧ у нас исправна. Так, выходим пока от дежурного. Возможно, что уже и не вернемся мы к нему. Визуальная проверка состояния реле. В блоке наборной группы я хочу посмотреть, естественно, как он в блоке N. Меня интересует реле отправления, поездное реле. Работа данной реле выключено. Ну, собственно, все. Локализация удалась. Реле О у меня не срабатывает, а значит, действительно, по какой-то причине обрыв у меня произошел вот этой вот шины ВЧ. Питание не доходит здесь. Так, давайте попытаемся найти в тренажере, где можно проверить питание в этой шине ВЧ. Измерение напряжений, работа на стативе на нулевках шин питания. Наверное, вот здесь, раз это не то. Я не питание хочу проверить, я хочу проверить межблочные соединения. Проверка исправности блоков межблочных соединений. Так, какие меня интересуют шина ВЧ, которая идет от этого блока к блоку НН. Работа повреждена, шина ВЧ. Теперь мне времени хватило. Обнаружился.
Ну, что-нибудь такое это все-таки с отказом Орлюх будет. Еще попытаться один отказик найти. Отказ проявляется при сдавании маршрута по светофору Ч2. Ч2 маршрут. Вперед. Дежурный, здравствуйте. Ослабо ли вам нажать кнопочку светофора Ч2? Дежурный нажимает. Зеленая ячейка и полоса направления не горят. Ячейка и стрела. Случай первый, то же самое. При повторном нажатии, после нажатия кнопки отмена, просим дежурного отменить, снова задать светофору Ч2. Естественно, ничего из этого не происходит. Когда будете решать на оценку, можно даже не тратить на это целую минуту. При нажатии других начальных поездных кнопок попутного направления, стрелка направления и ячейки, как себя ведут? Дежурный, попробуйте другую поездную кнопку нажать. Другую кнопку наш с вами дежурный нажимает, и маршрут при этом благополучно задается. Ч4. Загорелась ячейка, загорелась стрела. Так, другой задается. Отсюда, что у нас получается? При нажатии кнопки после включения реле ПО встречного направления, зеленая ячейка, повторите, стопор включается или не включается. То есть теперь мы просим дежурного встречный маршрут задать. Отмену просим, отменили. Но, к сожалению, встречный задать не можем. На пульте этого нет. Такого попросить мы не можем. То есть использовать кнопку светофора Ч2 как, не как начальную, а как конечную. Отсюда вывод, что воспользоваться дальше диаграммой по-человечески мы не можем. А значит, что мы будем делать? Будем искать отказ по своей собственной логике. Итак, светофор Ч2. Что у нас должно было произойти при нажатии кнопки Ч2Н? Должно было сработать реле НКН. Пошли посмотреть, сработало это реле или нет. Так. Покидаем дежурного. Релейное помещение. Так, визуально хотим посмотреть на состояние реле в блоке наборной группы. Конечно же, в блоке Ч2 при задании маршрута просим там по рации дежурного нам снова маршрут этот задавать. Сами при этом внимательно смотрим на реле НКН. А реле это не включается вообще. Ну что ж, локализация очень даже удалась. Сейчас мы ее как-то себе перечислим, варианты какие могут быть. НКН не включается. По какой причине может не включиться НКН? Начинаем. Первое. Могла кнопка на пульте разрегулироваться? Могла. Мог этот провод оборваться? Мог. Две. Штепсельное соединение могло быть неисправного блока НПМ? Да. Сам блок мог быть неисправен? Да. Вот это межблочное соединение могло быть оборвано? Да. Контакт нарушения в штепселе 11 блока НСС могло быть? Да, это 6 уже. Сам блок НСС, обрыв в нем мог быть? Мог. Ну, итого 7 отказов. Чтобы это все не перебирать, наверное, логично воспользоваться чем? Воспользоваться измерением напряжения и как-то вот из этих моментов локализоваться. Давайте попробуем электрическими измерениями определить, какая часть этой цепи неисправна. Так, хочу электрические измерения. Измерение напряжений. Работа. Где хочу мерить? В блоках наборной группы. Где именно? Конечно же, это будет блок NPM69. И, внимание, в чем неудобство нашего тренажера. Если здесь у Вяткина нарисованы все цепи, ну, примерно что куда подключено, межблочные соединения видны, то в реальном ОСИ я что вижу? Я вижу просто чистый блок. Да, я могу нажать на кнопку «Схема соединений», но я и в этом случае вижу ее только очень-очень фрагментарно, всего лишь кусочек. Например,
я могу по этим схемам что найти, что у меня вот она, 18 вывод, это вот то самое C2N, откуда полюс плюс приходит у меня с пульта. Я могу здесь, по идее, догадаться, что у меня цепь кнопочных реле это 11, но могу и не догадаться, поэтому вот такая картинка помощи дает мне больше. Я вижу полностью цепь, я могу по этой цепи уже что-то с ней делать, что-то искать. Давайте попробуем что-нибудь померить. Так, удастся мне вот так вот на одном экране разместить и тут же тренажер показывать. Ну, почти входит. Так, что хочу измерить? Мне доступны вот различные клеммы. Например, что-нибудь с 11 контактом у меня есть. Вот, например, 11, 200, 112. 11 и 112 это у нас что такое? Это плюс. Если один провод подключу сюда, а второй чисто на плюс блока, который приходит на NPN, то я, естественно, буду контролировать, какой полюс. Плюс уже есть на приборе, остается минус. То есть я проверяю, приходит ли у меня на 11-ю клемму минус. Откуда у меня должен был прийти минус? Он должен был с блока NSS прийти. Полезная информация узнать. Если у меня сюда придет минус, я, значит, какие отказы исключу? Вот этого провода повреждения. Я исключу повреждение блока NSS. Я исключу повреждение штепселя NSS. То есть три повреждения могу исключить из своего или, наоборот, их подтвердить. Давайте измерим. Так, работа. Напряжение отсутствует. Итак, локализация прошла успешно. Теперь я знаю, что минус у меня не поступает. Так, M не приходит на 11-й. Блока NPM. Итак, отказ где-то вот здесь. Следующее действие, где я могу померить? Ну, давайте на блоке NSS померим на 11-м питание. Минус приходит или нет? Так, NSS, другой блок. Дайте мне другой блок. Так, вот в этом блоке NSS теперь хочу измерять. Так, какой мне нужен 11-й контакт? 11-й, вот он. Так, второй полюс где сидит? На минусе. Немножко неудобно, что нельзя вот именно минус тоже проверить. Но тем не менее, что есть, то есть. Поэтому внимательнее. Сейчас мы второй минус, вторую клемму куда посадили? На минус. Значит, я контролирую, приходит ли сюда плюс. Данной проверкой я проверю целостность, получается, чего? Вот этого провода. Это все, что я сейчас могу проверить. Другие вроде клеммы мне никакие недоступны. Вот 11-е, все, больше с 11-е ничего не связано. Ну, давайте проверим, раз уж сюда пришли. Это я проверяю целостность провода вот этого. Если у меня плюс доходит, то это означает, что вот этот провод у меня исправен. Работа. Опа, они приходят. Еще раз поясню. Плюс до 11 СС не пришел. До этой точки у меня вот отсюда минус не пришел, а до этой точки отсюда плюс не пришел. Понятно, что где у меня обрыв, у меня оборван вот этот вот провод между 11-ми клеммами двух соседних блоков. Теперь мне дорога куда? В проверку вот этих вот цепей межблочных. Давайте поищем, где у нас проверка соединений, проверка межблочных соединений. Работа. Между каким и каким? А вот между этими двумя у меня проблема. По 11-му выводу. Какой вывод проверять? 11-й. Работа. Да, обрыв межблочного соединения в цепи реле КН-НКН. Так, равно. Обрыв. Цепи. Между. СС и НПМ. Ну что ж, один примерчик показал. Время еще у меня вроде не закончилось. Опять забыл, во сколько конец. В 3.25
Ну, можно еще маленько решать. Давайте второй тренажер возьмем. Так, это сбрасываем. Выборочный режим. Называется тренажер поездная конечная кнопка 1. Была начальная, да, вот, а сейчас будет конечная кнопка. Давайте. Интересно посмотреть, что там с конечной кнопкой будет не так. Для тех, кто в танке, или для тех, кто юный эсцебист, наверное, ближе, поясняю, что для того, чтобы задать маршрут, дежурная на станции нажимает две кнопки. Первая кнопка – это начало маршрута, вторая кнопка – это конец маршрута. Все остальное, то есть проверить все различные условия безопасности, должна сделать УЭЦМ. Если маршрут задаваемый безопасен, то он должен задаться. Должны автоматически перевести стрелки. Так, внимательно смотрим, какой маршрут задается. Отказ проявляется при нажатии конечной кнопки в поездном маршруте по светофору N. Ну, создатели, опять же, что-то подтупили, поскольку нам сейчас, конечно, имеет значение, откуда был маршрут, но еще больше имеет значение, куда был маршрут, потому что конечная кнопка-то это вторая. Нам ее, соответственно, никто не сказал, какая конечная кнопка. Ну, думаю, там на пульте определимся. По светофору N куда-то. Так, по N за, вот за пока неизвестно, куда у нас там дежурный задает. Поэтому берем паяльник и идем пытать дежурного, какой же все-таки маршрут у него не задается. Так, вперед, поднимаемся по лесенке. Здорово, усатый, что тут у тебя случилось? Давай, показывай, только внятно рассказывай. Итак, дежурный нажимает начальную кнопку, все у него на пульте нормально, зажигается стрела, зажигается ячейка, по которому светофор маршрут задается, и судя по тому, что на пульте у дежурного здесь только светофор Ч2 есть, то маршрут он задает какой? По N за Ч2. Так, сложилось маршрут, который пытаемся задать. Далее, теперь дежурный нажимает конечную кнопку, смотрим, что получилось. У него получилось следующее. Картина. При нажатии конечной поездной кнопки загораются ячейки конечной и промежуточных кнопок. Белая полоса по трассе маршрута не загорается. Так, поехали. Значит, конечная ячейка горит. Промежуточные горят. Ну, вот такие исходные данные. Так, где у нас наши шпаргалки? Шпаргалки наши. Так, конечная. Ну, поездная, только теперь ищем внизу. Вот здесь у нас будет конечная кнопка. Давайте смотреть, что нам подходит. При нажатии конечной поездной кнопки белая полоса по трассе не включается. Зеленые ячейки начальной и конечной кнопок горят. Наш случай. Наш. Вот у нас конечная Ч2 горит. Зеленые ячейки промежуточных кнопок. Это вот эти М3, М7. Горят. Так. То есть все уже. Диаграмму мы обнаружили. Стрелка направления погасла или не погасла? Она не погасла. Так. Стрела направления не погасла. Это важно. Так, если у нас не погасла стрела направления, нам говорят повторить задание маршрута с последовательным нажатием всех промежуточных кнопок, определить неисправную цепь реле ПУ и МУ. Ну, давайте попробуем определить. Так, отмена набора.